Всем привет! С вами канал ArtMania. И сегодня у нас с вами видеообзор вот такой вот интересной кассы красного цвета. Покупала ее в Альбрисе где-то около 1500. Видно, что она, кстати, не запакована, просто коробка, и даже нету здесь прозрачной такой вот штуки, чтобы тут ничего хотя бы не помялось, не вылетело, как бы это странно. Чтобы, допустим, хотя бы вот кнопки не понажимались. Вот. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, тут развивает интеллект написано. Развивает осязание. То есть потрогать, да, можно. А, развивает вкус и стиль даже. Написано, помогаю маме и мои покупки. Тут даже вот что входит в набор. Все это мы сейчас с вами, вместе с вами будем проверять, смотреть. С этой стороны тоже что-то написано. Давайте поближе вам покажу. Вот. Так, тут вот тоже. А, ну тоже то же самое все. И здесь тоже даже все подписано. Что куда нажимать, где что, как там вставляется. Вот. А, звук даже. Чего там звук? А, ну, короче, звук, свет и сканирование даже есть. Вот, плюс 3. Так, ну и давайте, конечно же, с вами ее откроем, посмотрим, проверим, насколько эта игрушка классная, насколько она качественная. Кстати, в Альберсе там заказываешь, можно заказать розовую и красную, но... Я замечаю то, что люди нажимают то, что они хотят для девочки розовую, а приходит красная. То есть, что-то там такая небольшая путаница. По-моему, я даже тоже заказала розовую по случайности. Ну, думаю, ладно, придет, значит, розовую, значит, розовую. Нет, пришла красная, слава богу. Так, давайте попробуем ее вытащить. Ну, кстати, запакована нормально. Бывает еще хуже. Бывают вот эти вот штуки ломаются у всех. А, она еще была, кстати, сверху мешком запакована. Я его сняла уже просто. Здесь вот она приделана была к самой картонке. А идти за отверткой я не пошла, потому что у меня там в комнате спит ребенок, и я его сейчас просто разбужу. Поэтому я просто отрезала, потом я здесь просто отвинчу, и все. Все будет супер. Так. Здесь вот это тоже перевязан проволокой. Кстати, проволока такая прям плотненькая, хорошенькая. Такая обычно какие-то там вот... Черные, да, пластмассовые проволочки. А здесь вот прям она такая гнется так классно, такая прям хорошая. Я ее ставлю. Что-нибудь вот так перемотать. Так, а что-то у нас? Еще что-то. Ой, сложно снимается. Там, видимо, еще батарейки. Они в комплект не входят, я так понимаю. Нет, батарейки в комплект, видимо, не входят. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас. А, давайте, ладно, сейчас допакую, я распакую. Здесь вот тюбик. Так, здесь у нас что, давайте посмотрим. Сверху снимается. Тут тоже надо. Так, сейчас я поставлю батарейки и к вам обратно вернусь. Так, ну вот, я поставила батарейку.
пришлось все-таки пойти к ребенку в комнату, взять отвертку. Закрывать не стала пока. Такая штучка. И заодно ответила еще и вот эту вот штучку. Так, их мы пока отложим. Бок. Пускай лежат. Так, давайте посмотрим, что у нас входит в комплект. У нас входит корзиночка такая, кстати, довольно маленькая. То есть она вот она. Как бы небольшая. Здесь входит баночка. Сливки. Сливки. Такая, кстати, плотная. Я думала, она будет вообще мягкая. Плотная. Так, перчик. Тоже прям такой плотный, хороший. Зелененький. Кукуруза. Тоже плотная. Классная. Курочка вообще прям малюсенькая. Прям как кукуруза. Как будто, знаете, в нашем мире кукуруза гигантская. Такая же, как курочка. Вот. Сама корзинка. И коробочка. Есть некоторые кассы, где вот таких вот коробочек всяких очень много. Я искала, чтобы коробочек было меньше, было больше, наоборот, вот таких вот тюбиков, потому что я знаю своего ребенка, он может ее порвать, разорвать, ему очень это нравится, поэтому вот, поэтому я старалась, чтобы таких баночек не было, но все-таки вот две штуки там были. Скорее всего, я их, конечно же, уберу пока что, попозже немножко их потом достану. Ну, все равно они такие мягкие, не особо прям, как пластмасса. Вот здесь прям даже такая коробочка как будто, заклеенная. Тут заклеена. Пустые. Вот, молоко и что там еще? Клубничный бисквит какой-то. Он тоже пустой. Так, и корзинка. Корзинка, в которую можно это все, в принципе, и сложить. Курица там, все вот это. Вот. Так, баночка для кетчупа. Да, кетчуп. Тоже, наверное, там. А, ну там просто одна дырочка только. Вот. Вода. Вода, что ли, тут или что это? Что-то на английском написано. Water. This. Toilet. Water. Наверное, тоже вода. В принципе, вот они похожи, две бутылочки воды. Кстати, бутылочки воды такие необыкновенные, такие детские, интересные, такие прикольные, мне нравятся они. Так, кетчуп. Вот, так, здесь у нас ключик в наборе. Также, конечно, я искала кассу, чтобы ключа не было, потому что в случае чего, если он потеряется, то мне было интересно, как, чего вообще будет, как будет, будет ли она открываться без ключа. Вот, я не знала. Сейчас проверим. Так, здесь у нас ходит карточка. Кстати, карточка довольно такая плотная. Даже сверху сделана пластмассовой штучкой, чтобы она, видимо, уголки там не замахрились, ничего, чтобы не произошло. Так, также здесь монеты. Монеты, наверное, американские, скорее всего. У них, наверное, такие. Плохо видно, что 20, 30, 2. То есть, ну, ребенку все равно это будет немножко мешать. Могли бы, в принципе, сделать немножечко попроще. Цент. А, ну цент, да, 20 центов. Может быть, для Америки как раз они нормальные. Так, также купюры. Ну, купюр, конечно, очень-очень мало все-таки. Здесь еще монеты. 2. 2 или 20. 10. 10. Сейчас я поближе вам покажу. То есть вот они. Ну, блин, как-то не то. Ну, в принципе, может быть, ребенку будет играть и нормально. В принципе, в Вальберсе, кстати, продаются монеты, вот такие металлические, по-моему, даже, что ли, или пластмассовые, не знаю, но они такие золотые, такие красивые. И есть даже банкноты. Детский банк, да? Даже подписали на тот случай, если ребенок захочет что-то на них купить в магазине. 50 тут. 100, 500, 1000, блин, ну этого мало, конечно, этого мало. Я все-таки надеялась, что их будет хотя бы штук по 5 вот таких вот. 1000, ну, если 1000, то и 500 должно быть много, и 100 должно быть много рублей с этой стороны. А, ну, да, вот, кстати, рубли вот наши, то есть здесь рубли, а тут получаются центы как-то ни туда, ни сюда, честно. Ни туда, ни сюда. Вот, поэтому, кстати, я еще докупила,
Я докупила еще фикс-прайс, вот такая, на нее будет отдельный обзор. Здесь уже монеты более такие симпатичные, уже наши рубли. И должно быть здесь по несколько. Вот. То есть так, вот она стоит 199 рублей в фикс-прайсе. Не знаю, мне кажется, вот они... А, ну они, кстати, одинаковые почти по размеру. Чуть-чуть побольше вот эти. Вот это уже будет у них там уже отдельно. Так, ну и давайте, конечно же, перейдем к самому интересному. То, ради чего мы здесь с вами собрались. Не просто же так, да, мы собрались здесь. Так, давайте попробуем ключиком откроем кассу. Она или она? Блин, все гораздо проще, чем я думала. То есть вот. А, ну можно ее, в принципе, использовать без ключа. Просто. А, ну вот есть щеколдочка, ее можно даже просто закрыть. То есть ее тут ребенок, если вы ключ спрячете, никак не сможет. Тут все закрыто, она где-то там внутри. Можно просто ключ убрать и даже ему не показывать. Вот, вот. Это классно, что она открывается просто нажатием кнопочки. Но, конечно, было бы здорово, если бы здесь еще была какая-нибудь маленькая ручка, потому что эта кнопка, мне кажется, сломается очень быстро. То есть, когда ребенок уже начнет играть, постоянно играть. Все-таки мы покупаем с вами в основном вещи надолго, да? Так, здесь также есть весы. То есть, изначально, когда я искала, я еще думала, может быть, весы купить отдельно, но подумала, что лучше будет все вместе, ну, все в одном месте. Хотя, конечно, вот весы там 10, наверное, грамм должно быть, да, то есть вот эта вот корзинка, она вообще ничего не весит, честно говоря. Какие-то нужны еще дополнительные гирьки, может быть, докупить или сделать, которые хотя бы хоть какой-то вес тут будет. Либо она просто так плохо двигается. Так, давайте ее включим. Здесь есть даже вот микрофон, здесь есть дисплей. Дисплей прям написано на русском, то есть не на английском. Вот, хотя вот тут вот на английском. Кнопочки здесь прорезиненные, все прямо торчат такие, плотненькие. Только вот этот пластмассовый, это. Так, этот. Ну, не знаю, он не гнется, наверное. Здесь вот для карточки есть место. Вот тут, наверное, тоже что-то есть. А, вот тут, кстати, сканер еще. У него проводочек. Так, давайте включим. Включаем. Так, у вас все видно? Все видно. Нет? А, нет, не там я включаю. А, вот же, да. Вот, то есть она пищит. Вот он дисплей. На дисплее появилась цифра 0. Так, сейчас я... Видно вам. Надеюсь, вам видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, цифра 0 равно. Так, сброс. Сброс, допустим, 1 плюс. Ой, что-то тут. Так, выключаем. Включаем. 1 плюс 1 равно 2. То есть, блин, тут даже есть калькулятор, и, в принципе, ребенок заодно может изучать математику. Но единственное, то, что там дисплей вот этот, еще свет, может быть, так отражается. Короче, эта двойка получается там где-то в тени, где-то там в глубине. Не очень как-то это удобно, если честно. А тут интересно, смотрите, цифра 35, да? Вот тут я сейчас нажимаю. Вам видно? 124, 168. Вот это вот не работает нифига. Так, может быть. Так, а я думала, карты сюда вставляются. Я была уверена, что она туда. Опа! Наличные. Карточка тут наличная. Так, давайте посмотрим.
вмещаются ли наши купюры сюда. Ну, вот они, в принципе, вот так они вмещаются, и тут вот остается вот это. Хотя, может быть, так надо, наверное. Блин, их потом фиг вытащишь оттуда. А-а-а, зачем я туда их воткнула? Я хотела купить вообще еще больше. Продаются в Альберсе прям такие настоящие купюры. Они прям вот пачка. Именно вот, блин, их вот в руках держать удобно. И листать их удобно. Это классно. Вот. Ну, пускай они там даже будут отдельно. Не в этом кассовом аппарате, но хотя бы. А тут вот, считай, у меня вроде ногтей-то больших нету. Но они уже залезли. Ну, ладно, пускай там будут. Тут монеты, тут это. Ладно. Выключаем. Все, пищит он, конечно, очень-очень громко. И, естественно, он здесь нигде не убавляется. Вот. Батарейки я сюда вставила пока что. Пока что вставила батарейки. Я потом поменяю. Вот, ничего такого больше особенного здесь нету. Но я думаю, каждый в детстве из нас с вами мечтал о такой кассе. И, конечно же, я своему ребенку стараюсь покупать все такие возможные игрушки, чтобы его мечты сбывались, чтобы они сбывались, реально. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Mania. Смотрите другие обзоры, очень много разных обзоров у нас из Вальберса, из Фикспрайса, продукты, магазины разные. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.